второй разговор с директором. Иван Иванович, добрый день. Все необходимые документы вам направлены. Помощник отчитался. Ознакомились. Есть ли какие-нибудь вопросы ко мне? Для чего? Для того, чтобы закрепить вас в списке участников, мне необходимо получить от вас обратную связь. По сторону... Мне необходимо получить от вас обратную сторону, зарезервированный договор, положение и копию платежного поручения. Это для отчетности в оргкомитет. По всем техническим моментам и дальнейшим будем связываться наши помощники, чтобы нам не отвлекать друг друга от дел. Во сколько моему помощнику связаться с вашим, чтобы получить подписанный? Возможность представить свой регион,